Снегопады, обрушившиеся на большую часть Европы, добрались и до Италии. Самая сложная ситуация в регионах Лигурия, Тоскана и Эмилия-Романдия, где введен красный режим тревоги. Помимо снега, в эти районы пришли и мощные дожди. Несколько рек вышли из берегов. Из-за наводнения власти были вынуждены эвакуировать жителей небольшого городка Линтиджионе в регионе Эмилия-Романдия. Из-за непогоды парализовано движение транспорта. Многие поезда между Миланом и Турином ходят с опозданиями. Среди прочих погодных бед – сильные ветры, скорость которых местами достигает 100 км в час, из-за чего с перебоями ходит морской транспорт. В Неаполе закрыты порты, из которых отправляются паромы до островов Капри и Искья.